Вкусный наурыз с 31 каналом. Популярная телеведущая ток-шоу «Все только начинается» Адель Урзалинова приготовила наурыз куже для алматинцев. Главное блюдо весеннего праздника создавали на глазах у публики и по уникальному рецепту. Кстати, его автор удостоился приза. Нургали Карабаев побывал на торжестве. На площадь одного из торговых центров Алматы с утра стали собираться алматинцы и гости мегаполиса. Многие пришли с детьми, чтобы отпраздновать наурыз. 31 канал приготовил настоящий сюрприз. Звезды эстрады и шоумены поздравили всех собравшихся. Цель мероприятия не только поднять настроение, но и наградить победителей конкурса, который проводил 31 канал. С начала марта казахстанцы отправляли свои рецепты на урыс-куже. Ведущая ток-шоу «Все только начинается» Адель Урзалинова объявила имена победителей, тех, чей рецепт стал лучшим. И первое место, которое определил наш канал, Урзия Алиева. Особые аплодисменты, победитель на урыс-куже на 31 канале. Я отправила рецепт, которому меня научила бабушка. По нему мы готовили наурыз-куже. Мне конкурс показался очень интересным, но я не думала, что выиграю. Но мечты сбываются. Спасибо 31 каналу. Победители получили ценные подарки, а по их рецептам известная телеведущая Адель Урзалинова приготовила на месте праздничное наурыз-куже. Пока над блюдом колдовали, актеры популярного сериала «Городские легенды» развлекали гостей шутками и конкурсами. Деньги, мани, бессмысленная трата денег, маникюр, купить, бай, купить дорогую вещь, ой, бай, для вас первым. Попробовать наурыз-куже смогли многие. Адель Урзалинова рассказала, что в этом конкурсе казахстанцы участвовали как никогда активно. Рецепты были разные и все уникальные. У всех разные рецепты, но тем и хороша традиция варить наурыз-куже, что каждая женщина варит так, как она может сварить, и что у нее есть. И женщины у нас все были интересны, попались победители разных возрастов. И получается, что каждое поколение подарило свой рецепт. Гости признали, что праздник напомнил многим о народных обычаях и еще больше объединил всех членов семьи. А это и есть миссия 31 канала. Нургали Карабаев, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы.